Что-то, видимо, сегодня ничего не будет. Что за фигня такая? Так, что, видимо, сегодня что-то ничего не будет, что ли? Не знаю, меня никто не предупредил. Сейчас выясним. Так, ладно, наверное, нам стоит все же начать. Видимо, тут какой-то рассинхрон произошел. Непонятно, то ли сегодня ожидалось, что выходной, то ли не ожидалось. Ну, в общем, я бы, наверное, все же лекцию прочитал, чтобы... Да, просто хотел прокомментировать, что к пятой лекции на практике не всегда люди начинают приходить на лекции. Вот, так что. Да, ладно, это нормально тогда. Ладно, тогда сейчас тогда запустим все. Так, сейчас момент. Надо демонстрацию экрана сделать. Да, значит, всем добрый вечер. Мы в прошлый раз остановились на том, что я немножко так пояснил, что такое устойчивая гомология. Значит, устойчивая гомология – это понятие, которое возникает, если добавить временной параметр в алгебраическую топологию. По временным параметрам мы понимаем такой мультфильм из симплициальных комплексов. Причем в этом мультфильме разрешается только как бы наращивать симплициальные комплексы по Каспелу. Значит, мультфильм состоит из кадров. Каких-то кадры, вы можете воспринимать их как, ну, как дискретные кадры, просто там 0, 1, 2, 3, либо как непрерывную временную шкалу. Это, ну, не очень важно различие. Важно, что в каждый момент времени, в каждом кадре у вас висит некий симплициальный комплекс, и чем больше номер кадра, чем больше момент времени, тем больше этот симплициальный комплекс в смысле включения. То есть мы рассматриваем фильтрацию. Фильтрация – это такие мультфильмы, в которых симплициальные комплексы растут.
И мы с вами начали обсуждать, что, значит, вот можно посмотреть тут на эволюцию количества, там, количества дырок каких-то, количества компонент связанности и все такое прочее. Вот, ну, прежде чем считать вот эти вот устойчивые гомологии, которые как раз и репрезентируют то, что происходит в процессе, ну, в процессе мультфильма, что происходит с... что происходит с топологическими признаками. Прежде всего, мы захотели немножко, ну, правильно, в общем, правильно определить структуру данных, вот что такое фильтрация. И тут, на самом деле, довольно естественный ответ. Он естественный, но здесь, видимо, опечатка на этом слайде. Значит, сейчас я прокомментирую, здесь потеряна четвертая вершина, вот в первом, в нулевом кадре. Значит, мы просто договорились кодировать фильтрацию как перечень всех симплексов финального симплексального комплекса, вот на котором все стабилизируется. Как правило, если не оговорено противное, считается, что конечный симплексальный комплекс — это просто полный симплекс, то есть его симплекс — это просто все возможные подмножества, множество вершин. И вы для каждого такого симплекса просто указываете, в какой момент времени он рождается вот на этой временной шкале. Вот, и это такой довольно естественный способ кодировать все это. То есть он точно лучше, чем во все моменты времени перечислять все симплексы каждый раз заново, просто потому что, ну, если в какой-то момент времени симплекс появился, то он дальше тоже будет всегда присутствовать. То есть достаточно хранить только время рождения каждого симплекса, и вот что-то вот такое вот здесь вот написано. Значит, здесь потерялась четвертая вершина на... А, нет, она, наверное, не потерялась. Она не потерялась, нет, все в порядке. Четвертая вершина, она родилась в момент времени 4. Вот вместе с этими ребрами, со всеми. То есть я просто говорю, что вот в момент времени 0 родились 1, 2, 3. Потом следующее изменение произошло в момент времени 4. Появилась четвертая вершина и какие-то ребра. Там 1, 2, 2, 3 и 3, 4. В общем, что-то появилось вот в этот момент времени, потом еще что-то появилось, там 1,4 появилось в момент времени 5 и так далее. То есть мы можем это в виде какого-то, не знаю, либо словаря кодировать, либо в виде двух каких-то массивов, главное, чтобы, ну, понятно, согласованно, что каждый симплекс соответствовал бы каждой соответствующему моменту рождения. И здесь можно уже, глядя на эту штуку, заметить такую вещь, что, конечно, в таком представлении данных совершенно не важно, что эти моменты времени это целые числа. Ну, то есть, ну, хотите, поставьте флоты здесь какие-нибудь, ну, то есть считайте, что у вас моменты рождения вещественные числа. Понятно, что в таком представлении это, ну, никакой особой разницы принципиально нет. Просто у вас будет массив времен рождения будет не массивом целых чисел, а массивом вещественных чисел. Вот, значит, мы вот договорились вот так вот смотреть на фильтрации, таким вот образом их кодировать, и это, по-моему, ну, во всех пакетах, которые специализированы, гомологиями делают, как-то так это и закодировано, когда речь идет про фильтрации. Но, значит, нам потребуется чуть более аккуратно все это сделать, значит, чуть-чуть уменьшить свободу, как мы можем, в каком порядке мы вот перечисляем все эти элементы, все вот эти пары записей. Так, сейчас я соображу, ничего ли я здесь не забыл прокомментировать. Вроде бы... Да, я напомню, это опять же то, чем мы закончили в прошлый раз, что требование вот к этой структуре данных только такое, что для любого симплекса его подмножества рождаются не позже него самого. Ну, то есть, вот, например, у нас есть симплекс 1, 3, 4, он родился в момент 16, нам нужно проверить, что симплексы 1, 3, 3, 4, 1, 4, 1, 3, 4 родились до него. Иначе у нас будет противоречие с определением симплексального комплекса, ну, там, на каком-то шаге. Легко проверить. То есть там все-таки не совсем произвольная структура, здесь может возникнуть, что-то надо проверять, но из каких-то естественных соображений обычно оно так само получается, что, ну, проблем никаких нет. Вот, и дальше, значит, что мы хотим с этими сделать, ну вот можно это закодировать в виде двух листов, значит, с временами рождения и с перечислением симплексов.
Ну, либо там один словарь, как вам будет удобнее. Но хочется, значит, что хочется потребовать такую дополнительную вещь. Значит, хочется как-то отсортировать, согласованно отсортировать оба этих массива так, чтобы, во-первых, отсортированы были времена рождения. Значит, вот я вернусь сюда и скажу, что вот здесь вот неправильно отсортированы вот эти вот пары, потому что у нас, например, вот здесь вот после семерки идет пятерка. Значит, нам хочется как-то это отсортировать так, чтобы все было отсортировано по времени, ну, по второму элементу пары, чтобы они все не строго возрастали времена рождения. Понятно, что это будет та же самая информация, мы просто вот хотим так договориться, хотим делать сортировку. И второе, зачем нужно следить, значит, это то, чтобы были как бы согласованно отсортированы первые элементы каждой пары. То есть нам хочется, чтобы для любого подмножества, которое вот в этом вот перечне перечислено, хочется, чтобы вот все его подмножества встречались в нашем массиве, встречались в нашем этом списке до него. Здесь это вроде бы выполнено, вот по условию на первую пару, то есть здесь проблема только как бы со вторым элементом пары. Вот, но вот мы хотим, чтобы оба условия выполнялись, то есть чтобы правильно отсортированы были и первые элементы пары, и вторые элементы пары. Такое требование мы накладываем на записи, значит, на записи наших вот этих данных, на записи массивов. И тут, значит, ну, некое упражнение, над которым стоит подумать, упражнение в том, что, в общем, так сделать можно. Ну, то есть можно правильным образом отсортировать, ну, как бы этот словарь, так, чтобы и ключи были отсортированы, и значения были отсортированы. Ну, тут обратите внимание, что как бы первый элемент пары — это там неполный порядок, то есть они как бы порядок в булевом кубе. То есть не все симплицы сравнимы, поэтому это такое более слабое условие, ну, в смысле, возможностей отсортировать может быть несколько. То есть здесь не утверждается, что это можно сделать однозначно, но хоть как-то это сделать можно. Вот, ну и, значит, если мы сделаем такую сортировку наших вот этих вот данных, нашей фильтрации, то мы можем обратить внимание на такой, значит, такое наблюдение сделать, что если мы возьмем все элементы нашего списка, у которых индекс, ну, это там range, не знаю, там от нуля до какого-то числа i, то они уже сами по себе образуют симплициальный комплекс. Просто потому, что мы правильно все отсортировали, у нас в нашей сортировке не возникает, ну, в общем, неправильного порядка на первых элементах пары. И что нам это дает? Это нам дает такое забавное соображение, что правильная сортировка двух этих массивов нам тоже дает некую новую фильтрацию уже, в которой в которой симплексы добавляются по одному за раз. То есть мы перешли от исходной фильтрации к некой новой фильтрации, в которой вот этот вот индекс фильтрации, он просто кодирует номер элемента массива, вот правильно отсортированных этих массивов. То есть мы в каком-то смысле мы после того, как мы отсортировали, мы забыли про исходные времена рождения симплексов. Они у нас в каком-то массиве хранятся, и там и бог с ним. Пусть хранятся. Важно, что сейчас у нас в качестве индекса возникли просто вот буквы элементов нашего массива. И каждый раз, значит, я могу посмотреть первый range, значит, первый интервал номеров там до какого-то номера. И вот соответствующие симплексы будут образовывать симплициальный комплекс. Ну, соответственно, как бы каждый раз добавление следующего элемента, оно добавляет, ну, это еще одно добавление, добавление еще одного элемента массива, это просто добавление еще одного симплекса в список.
Сделали мы, по сути, вот что. Значит, вот давайте это на картинке посмотрим. Значит, что я хочу сказать? Значит, я хочу сказать, что мы можем от той фильтрации, которая была нам дана в задаче, перейти к некой новой фильтрации, которая выглядит как бы похожим образом похоже на старую фильтрацию, но только здесь мы ее сделали такой более подробной. Значит, здесь мы сказали, что в каждый момент времени, значит, здесь время дискретное, каждый момент времени, просто какой-то одна секунда, в каждый момент времени добавляется в симплициальный комплекс ровно один симплекс. То есть мы вот в старой фильтрации, в исходной фильтрации, мы видели, что, например, в момент времени 0 у нас одновременно возникли три вершины. В новой фильтрации они возникают одна за одной. То есть мы просто вот введением там правильного порядка и введением вот этих правильно отсортированных массивов добились того, что у нас, что мы как бы разлепили моменты рождения разных симплексов. И получили вот такую подробную фильтрацию, в которой количество вот этих вот кадров в мультике, оно просто равно количеству всех симплексов, которые там есть, в предельном комплексе. Ну, в нашем случае это просто все подмножество из 4 элементов, то есть там получается 16 кадров. Вот, ну вот важно, что порядок их, он все-таки какую-то несет информацию об исходном порядке, то есть вот в этом порядке у нас не знаю, там ребро 1-3 возникало позже ребра 1-2, здесь это тоже выполнено, просто потому что мы правильно сортировали все, что у нас было. Вот, короче говоря, мы добились того, что перешли к фильтрации такой более подробной, в которой за раз возникает по одному симплексу. Ну, возникает всегда все в правильном порядке, конечно. То есть, опять же, у нас здесь просто по определению того, что мы делали, не может возникнуть ситуации, что симплекс какой-то возник, когда его грани еще не возникли. В общем, здесь все корректно, это действительно новая фильтрация. Вот, и, значит, здесь есть некое такое соображение, которое... Давайте я сейчас озвучу и на картинках покажу, но в целом его, если так немножко покрутить это в голове, можно и формально доказать из определений, которые я вам давал. То есть здесь какой-то высокой науки, по-моему, для этого прям не надо, но выглядит это соображение довольно прикольно. Значит, здесь говорится следующее, что представьте себе, вот у вас был какой-то симплициальный комплекс, в котором... Ну, какой-то симплициальный комплекс, и L. И вы к нему добавили ровно один симплекс размерности J. То есть вот вы считаете, что уже все грани этого симплекса уже были в симплексальном комплексе, но вы вот сам только вот сам симплекс вот его место добавляете, как-то вклеиваете. И вот утверждается, что такая процедура вклейки дополнительного одного симплекса, она всегда делает ровно одну из двух вещей. Она либо увеличивает количество жемерных дырок, либо уменьшает на единицу количество g-1 мерных дырок. То есть либо у нас g-1-мерное число бетти уменьшается на единицу, либо g-мерное число бетти увеличивается на единицу. При этом все остальные числа бетти в обоих этих случаях не меняются. То есть изменение всегда происходит ровно в одном числе бетти, и это вот либо увеличение на единицу числа бетти в той размерности, каков симплекс, либо уменьшение на единицу в той размерности, которая на единичку меньше, чем g. То есть, значит, картинка здесь вот какая-то вот примерно такая. Представьте себе, что у вас был вот какой-то симплициальный комплекс, и вы в него вклеиваете синий треугольник. Вы вклеиваете его таким образом, что вот у вас есть гарантия, что граница этого симплекса, граница этого треугольника уже как бы есть в вашем симплициальном комплексе. И вот что может произойти? Утверждается следующее, что вы такой вклейкой треугольника либо заклеиваете одну дырку,
у вас треугольник был двумерным. Ну вот вы либо как бы заклеиваете с помощью него, затягиваете вот так вот одномерную дырку, это вот то, что вот на этой картинке показано, либо вы создаете двумерную дырку. Вот двумерная дырка здесь, представьте себе вот такую вот чашечку, ну, вот здесь пока что двумерных гомологий нет. Значит, то есть есть двумерные симплексы, но двумерных дырок, как бы полостей во всем этом нет. Там вот пустота, вот эта серенькая. Пустота. Вот, и, значит, вот то, что вы можете сделать, это вы можете вот этим симплексом как бы пустоту создать. То есть вы можете запечатать ваш симплексальный комплекс, у вас возникнет некая вот двумерная дырка. Вот, это вот как бы такое, ну, в общем, демонстрация того, что происходит с двумерным симплексом. Но вы, в принципе, можете подумать про одномерный пример самостоятельно. Значит, вот представьте себе, что даже вот у вас граф. Да, вам даже не нужно ничего более сложного. Представьте себе, что у вас есть какой-то граф, и вы в него добавляете дополнительное ребро. Ну вот, как бы, что может сделать это ребро? Оно либо соединяет две компоненты связанности этого графа, ну, если его концы в разных компонентах связанности, да, значит, тогда оно соединяет две компоненты связанности, тогда компонент связанности становится на единицу меньше. То есть бета-0 становится на единицу меньше. Ну, либо если у вас ребро проведено в одной компоненте связанности, то тогда количество компонент связанности не меняется, но при этом вы дополнительную дырку создаете одномерно, ну, дополнительный цикл графа создаете. То есть это, в принципе, такой общий феномен, он работает во всех размерностях. Ну, доказывается это, там надо аккуратно посмотреть, собственно, вот что поменяется в гомологиях. То есть там реально единственное, что вы меняете, это, ну, вот у комплекса К по сравнению с комплексом L меняется только группа жемерных, векторное пространство жемерных цепей симплициальных, и его размерность меняется на единичку. Ну, и даем дальше посмотреть, вот надо на все ядра, образы, факторы, то, что происходит, и там посмотреть, вот, насколько может как бы скакнуть, где размерность. То есть у вас просто из-за того, что размерность пространства цепей только в одной позиции скакнула на единицу, эффекты могут быть такие достаточно предсказуемые. Вот, и теперь мы можем нарисовать вот в такой подробной фильтрации, коль скоро мы представили нашу фильтрацию в виде подробной фильтрации, где добавляется по одному симплексу за раз, мы можем теперь приписать некие данные. Значит, мы можем вот в этой подробной фильтрации на каждый кадр приписать, что произошло с соответствующими топологиями, значит, что произошло с гомологией. Значит, вот когда у нас родилась вершинка, мы сказали, что у нас число компонент связанности увеличилось на единицу. Значит, у нас бета-0 родилась. Значит, плюс 1 к бета-0 произошел. Значит, увеличилось бета-0. Здесь все беты были нулевые, здесь ничего не было. Ну, вот здесь возникла одна компонента связанности. Значит, здесь тоже возникла какая-то компонента связанности, вот еще одна. Тут еще одна компонента связанности, еще одна компонента связанности. Дальше вот мы соединили ребром две компоненты связанности. То есть мы добавили ребро, но оно повлияло нам на бета-0. Значит, вот здесь вот бета-0 уменьшилось на единицу. Вот тут еще уменьшилось на единицу, еще уменьшилось на единицу. А тут вот это ребро мы добавили, значит, здесь бета-1, бета-0 уже ничего с ним не произошло, но здесь бета-1 родилась, гомология. Бета-1, значит, вот мы создали цикл. Но тут вот еще гомология родилась. Там еще гомология родилась. Тут, когда мы стали заклеивать треугольниками, у нас какая-то одномерная гомология умерла, там что-то они вот поумирали. Потом, когда мы границу тетраэдра расклеили, у нас такая пустота возникла, значит, это бета-2 родилась. А потом, когда мы все это заклеили тетраэдром, у нас бета-2 умерла. Вот, значит, вот такую картинку полезно себе представлять, вот при таком, ну, если вы как-то так визуально оцениваете, что у вас происходит, значит, такой тейк того, что я вот сейчас сказал, он в том, что, во-первых, можно любую фильтрацию превратить в подробную фильтрацию, где в каждый момент времени добавляется ровно один симплекс. Во-вторых, когда вы рассматриваете такие подробные фильтрации, то у вас в каждый момент времени происходят изменения только одного числа бете,
причем таким предсказуемым образом. Значит, это число Бетти, оно может либо рождаться, либо умирать, и оно, в общем, если оно рождается, то оно рождается в той размерности, какой симплекс мы добавили. Это можно считать просто множество вершин просто из ваших данных. Ну, а если что-то умерло, то в размерности, в градуировке на единицу меньше. Так. Вот, ну, на самом деле, значит, здесь есть некая более аккуратную картинку можно нарисовать, что на самом деле вот, ну, это я практически никак не доказываю, значит, но я здесь, в принципе, какую-то особый формализм не развожу. Но на самом деле, значит, утверждение, ну, вот, на котором базируется вся эта наука про устойчивую экономию, оно про то, что на самом деле не просто вы можете отследить на каждом кадре, ну, там, родилось какое-то, ну, в общем, как изменилось число Бетти, но вы в каком-то смысле можете сопоставить рождающимся гомологиям моменты времени, когда они умирают. Значит, здесь это надо чуть аккуратно сказать. Значит, ну, пример здесь такой. Вот смотрите, у нас в момент времени 1 родилась одна компонента связанности, в момент времени 2 родилась еще одна компонента связанности, 2. Вот эта точка 2. Важно не просто то, что теперь вот у нас две компоненты связанности, но на самом деле даже важно, что мы можем отследить, что вот именно вот эта пара, вот именно вот эта вот вторая компонента связанности, когда именно она умрет вот в процессе. Значит, здесь можно вот увидеть, что именно она умрет в момент добавления ребра 1-2. Просто потому, что вот в этот момент она соединится, двойка соединится с единицей. То есть они сольются в одну компоненту. То есть у нас как бы вот родилась некая компонента связанности в момент времени 2. Вот эта вот вершинка 2. Она пожила какое-то время, дальше исчезла она в момент времени, в тот момент, когда мы добавили симплекс 1-2. Просто потому, что вот мы склеили две компоненты. Вот, ну, соответственно, тут похожим образом треть, вот троечка возникла вот в этот момент времени, умерла она, когда мы эту тройку слили с тем, что было, ну, вот до этого. То есть вот это вот время жизни, вот это время жизни гомологии, оно как бы позволяет, ну, как бы спарить, в общем, спарить симплекс 3 с симплексом 2-3. При симплексе 3 что-то родилось, при добавлении симплекса 2-3 оно умерло. Тут что-то похожее происходит с четверкой. Ну, с первыми гомологиями происходит примерно похожая история. Значит, здесь вот у нас в момент времени 8 возникла одномерная гомология. И дальше еще какие-то гомологии возникают, но на самом деле, значит, можно отследить, когда какая гомология умирает. Значит, вот когда умирает вот эта вот дырка 1, 2, 3, 4, вот этот вот цикл, когда мы полностью заклеили, ну, каким-то образом, значит, заклеили вот всю эту дырку, произошло это на самом деле в момент времени. Так, я вообще правильно нарисовал сейчас. Так, я уже просто плохо помню, что здесь. Почему-то оно не в этот момент времени. Так, видимо, да, у меня здесь не очень показательная картинка, я уже не помню, что здесь означает. То есть кажется, как будто бы, что вот в этот момент времени все затянулось. Я сейчас не понимаю, что я тут имел в виду. Ну, ладно, значит, да, это плохо тут уже видно, такие на пожатых изображениях. Но смысл, короче говоря, такой, что вот конкретно вот с момента рождения вот такой-то гомологии можно отследить, когда какая гомология умирает. Вот, и как это сделать на практике, это вот про это, собственно, сегодня и будет рассказ. Сейчас я переключусь на новую лекцию. Так, сейчас я только скину. Скину в чат новые слайды.
Ну, то есть вот сейчас будет конкретный алгоритм. Не помню, как что-то сделали. Так, значит, ну, сразу скажу, что алгоритм это будет вариация алгоритма Гаусса. Значит, я напомню, что когда мы считали гомологии, ну вот мы с вами обсуждали, что посчитать гомологии это просто сводится, гомологии одного симплициального комплекса, это все сводится к подсчету рангов каких-то матриц. Ну, для того, чтобы посчитать ранги этих матриц, ну, самая классическая вещь, которую можно сделать, это применить алгоритм Гаусса. Алгоритм Гаусса – это штука, которая работает медленно, зато она точно работает там над любыми полями, которые вы там можете репрезентировать в компьютере, то есть там над Z2 совсем хорошо работает, ну, там, вещественными числами, рациональными, всем таким прочим, в каком-то виде тоже работает. Значит, вот раньше у нас все сводилось к тому, что мы формировали матрицы симплициальных дифференциалов. Значит, я напомню, что вот эта вот матрица DI, это матрица, которую можно понимать как матрицу инцидентности между и мерными симплексами, и минус один мерными симплексами. Вот, но там надо более аккуратно знаки ставить в этой матрице, плюс и минус один. Но в целом это вот просто матрица, которая говорит, что 1, 2 – это ребро треугольника, 1, 2, 3 с каким-то знаком плюс или минус, в зависимости от ориентации. Вот, то есть мы довольно легко формировали вот все эти матрицы, так это алгоритмически это делается достаточно нехитро. Ну вот что предлагается сделать для подсчета, ну, в общем, сейчас мы будем модифицировать вот эту вот идею работы с матрицами симплициальных дифференциалов. Мы ее адаптируем под вычисление устойчивых гомологий фильтрации симплициальных комплексов. А именно, значит, магия будет заключаться в том, что мы у фильтрации будем считать, в общем, мы не будем фильтрацию воспринимать как какую-то последовательность отдельных симплициальных комплексов, и мы не будем считать у каждого из них гомологии по отдельности. Мы будем сразу разом как бы считать одновременно вот устойчивые гомологии фильтрации. То есть для нас фильтрация это будет вот единый объект, с которым мы будем работать. Важно, значит, здесь важно следующее. Важно, что мы все вот эти вот отдельные матрицы симплициальных дифференциалов как бы запишем в одну такую гигантскую матрицу. Матрицу инцидентности ну, как бы всех симплексов и всех симплексов, ну, в том смысле, что, значит, в наших больших матрицах будет и по вертикали, и по горизонтали все нумероваться всеми возможными симплексами предельного комплекса фильтрации. Вот сколько у нас их там есть, количество этих симплексов фильтрации, вот такого размера будет матрица. Она будет довольно большой, и в этом смысле это как бы замедляет, конечно, дело, там какие-то вычисления, но будем делать вот именно так. Но что важно, значит, нам важно, что порядок, в котором мы нумеруем столбцы и строчки нашей вот этой матрицы, гигантской матрицы D, он совпадает с порядком индексов вот в нашей сортировке. Вот то, что я до этого рассказывал, значит, что мы там правильным образом отсортировали все симплексы, значит, отсортировали так, чтобы правильно было отсортированы и времена рождения, и ну, как бы симплексы как подмножество, вот нужно взять именно такую сортировку. То есть эта сортировка, это вот то, что мы считали как подробную фильтрацию, вот именно в таком порядке надо перечислять все симплексы. Так, значит, наверное, сразу картинки перейду. Я уже не помню, к чему относится эта картинка. Вот, да, значит, пример, к сожалению, да, здесь картинки. Интересно, сейчас я могу ли я нарисовать соответствующую фильтрацию. Сейчас попробуем нарисовать так.
Так, ну здесь, в принципе, вот можно понять, что происходит. Значит, вот мы вначале добавили, у нас вначале родились там 1, 2, 3, 4. Вообще, кстати, сейчас, зачем мне рисовать? По-моему, у меня это где-то картинка. Сейчас я потыкаюсь, и, возможно, я найду на следующих слайдах. Так, вот, по-моему, вот эта вот картинка. Вы можете у себя открыть в слайдах слайд номер 7, чтобы она у вас там тоже где-то перед глазами была. Это вот конкретно для такой фильтрации я что-то считал. То есть там вначале появились вершинки 1, 2, 3, 4, потом там вот ребро 2, 3, 3, 4, там вот эти в каком-то порядке, ребра и так далее. Вот, значит, вот эта вот матрица. Значит, здесь я, вот я сделал некую предварительную работу про хорошую сортировку значит, моих симплексов фильтрации. И она у меня получилась вот такой. Ну, это, как бы это одна из этих сортировок, их может быть несколько, но такая годится. То есть там вначале рождается 1, 2, 3, 4. Короче говоря, вот порядок, в котором здесь перечислены симплексы, это хороший порядок. И ровно такой же порядок он здесь по строчкам идет. Дальше я в этой матрице, как бы, я говорю, что это на самом деле матрица инцидентности. То есть у меня ребро 2, 3, как бы дифференциал от него, симплициальный дифференциал от него, это вершинки 2 и 3. Это просто вот его граница. Поэтому вот сюда я ставлю единички. Но это если над Z2, если над каким-то другим полем, то где-то надо минус 1 поставить, где-то 1. Там в зависимости в общем, там, от четности там, каких-то позиций. Ну, над Z2, над Z2, ну, как-то вот так вот все выглядит. Над Z2 просто единички я ставлю на позиции, соответствующие 2, 3, все прочие позиции нули. И так я делаю с каждым симплексом. Ну, у вершин граница нулевая считается, значит, здесь просто нулевые столбцы. Но в целом, значит, здесь мы просто берем границу каждого симплекса. Вот у 2, 3, 4, например, граница будет состоять из ребер 2, 3, 3, 4 и 2, 4. Вот в соответствующих позициях я ставлю единицы, остальные все нули. Важно, значит, важно по-прежнему, что симплециальный дифференциал бьет из и мерного симплекса в сумму и минус 1 мерных симплексов. То есть как бы вершинки 2, 3 и 4, они, конечно, лежат в треугольнике 2, 3, 4, но соответствующие позиции здесь все равно будут нулями. Граница, она состоит именно в сущности на единичку меньшей размерности. Всегда. Ну, вот, например, у 1, 2, 3, 4, у 1, 2, 3, 4 граница — это все треугольники. 1, 2, 3, там 1, 2, 4, 1, 3, 4 и 2, 3, 4. Вот на соответствующих позициях я ставлю единицы, все прочее нули. Вот получаем такую матрицу. Значит, вот просто формируем таким достаточно кондовым способом такую большую матрицу. И дальше, значит, запускаем на ней алгоритм Гаусса. Но, значит, этот алгоритм Гаусса, он должен быть правильным. Значит, во-первых, ну, так, просто, мне кажется, так исторически сложилось, что все это пишут. В общем, все эти матрицы формируют именно вот как бы по столбцам. И вот алгоритм Гаусса я тоже буду делать не по строчкам, как вот привычно в университете делают, а по столбцам. То есть я из каждого столбца буду удалять предыдущие столбцы, ну, там, прибавлять или вычитать предыдущие столбцы, так, чтобы как бы приводить эту матрицу к, ну, как бы аналогу ступенчатого состояния. Вот тут надо сделать такой комментарий, что когда мы считаем ранг матрицы просто, ну, мы производим некие элементарные действия, ну, в таком ванильном гауссе со строчками, ну, в принципе, можно делать то же самое со столбцами. Значит, со столбцами вы делаете такие действия, что вам разрешено к любому столбцу прибавить любой другой столбец, умноженный на константу. Вам в ванильном гауссе разрешено что там делать? Разрешено умножать любой столбец на
не нулевую константу, ну, если ваша цель ранг посчитать, там понятно, что Гаусс там, в том числе для каких-нибудь определителей используется, чуть там для обращения и так далее, но сейчас речь идет именно про подсчет ранга. В общем, там есть какие-то элементарные, я забыл, как это называется по-умному, но в линейной алгебре это, по-моему, называется как-то элементарное преобразование, что ли. В общем, там они бывают трех типов. Основное — это прибавить какой-то там строчную столбцу другой столбец, умноженный на константу, домножить на какую-то ненулевую константу, либо поменять местами два столбца. Ну да, значит, вот такие вот наборы элементарных преобразований. Значит, ну это в ванильном гауссе. А здесь мы такой делаем хитрый гаусс. Значит, во-первых, мы это делаем со столбцами. Во-вторых, мы запрещаем переставлять столбцы. И строчки. Я не помню, нужно ли в ванильном гауссе и строчки, и столбцы переставлять. Ну, короче говоря, я запрещаю переставлять что угодно. Я запрещаю переставлять столбцы, я запрещаю переставлять строчки. Мне важно, значит, мне в некотором смысле важно, чтобы у меня сохранялся вот этот вот порядок на симплексах. Если я разрешу как бы переставлять какие-то, ну, переставлять местами два столбца, то у меня может все поломаться, значит, у меня станет как бы неправильный порядок, и это плохо. Вот, но это просто вот, вот просто вот, вот, вот запрещено. Умножать на ненулевые константы, в принципе, можно. Ну, здесь на этой картинке это бессмысленно, потому что мы здесь на Z2 работаем, там не нулевых констант всего одна. На нее умножать не очень интересно, это единица. Вот, но в целом как бы умножать на константы можно. Там возникает отдельная большая теория, что сделать, если запретить умножение на константы. И это вот у нас тут коллега недавно диссертацию защитил про это. В общем, там довольно глубокая история. Но это мы сейчас обсуждать не будем. Значит, мы разрешим, мы в общем, важно, что мы в гауссе запрещаем переставлять строчки. Соответственно, двигаться мы будем, то есть столбцы, двигаться мы будем по столбцам слева направо. И цель, значит, всех наших телодвижений, она такая. Значит, как только мы видим, что в каком-то столбце самый нижний элемент оказался на том же уровне, что и самый нижний элемент в каком-то другом столбце, то мы из соответствующего столбца, ну вот сейчас вот, например, вот 2-4 столбец мы увидели, мы видим, что здесь самый нижний элемент, он находится на одном уровне с самым нижним элементом в столбце 3-4. Что мы сделаем? Мы будем вычитать из вот этого столбца вот этот столбец так, чтобы самый нижний элемент как бы уполз наверх, ну, куда-то. То есть понятно, что он вниз не может упасти, потому что здесь все нули, здесь все нули. Но мы как бы, если мы из 2,4 вычтем, вот из столбца с номером 2,4 вычтем столбец с номером 3,4, то у нас возникнет что-то типа будет здесь единичка и здесь единичка. И мы как бы вот этот самый нижний элемент подвинули чуть-чуть наверх. Дальше мы снова проверяем, есть ли у нас из перечисленных ранее столбцов такой, где единичка вот на такой позиции. Если есть, то вычитаем. Вычитаем соответствующий столбец. И таким образом, значит, можно поверить, что мы можем добиться, вот применяя такой, итеративно применяя такой вот алгоритм Гаусса, мы можем добиться такой штуки, что все самые нижние ненулевые элементы в каждом столбце находятся на попарно различных позициях. Вот вы можете, ну там, аккуратно после лекции проверить, что такая матрица, как здесь записана, вот таким вот алгоритмом Гаусса, приводится к тому, что написано вот здесь. Значит, это здесь все вычисления над полем Z2, но над любым другим полем все происходит примерно точно так же, ну, просто столбцы вам, возможно, придется умножать. Ну, короче говоря, не просто там вычитать столбец, а умножать еще на какую-то константу, ну, которая, собственно, подбирать константу так, чтобы она действительно сокращала самый нижний элемент. Но смысл вот именно такой, что мы идем слева направо, и каждый раз, значит, если мы видим, что в каких-то двух столбцах происходит
происходит совпадение позиций самых нижних элементов, то мы из того, который правее, будем вычитать, ну, как бы те, которые левее, с какими-то коэффициентами, пока самая нижняя позиция ненулевого элемента в столбце ну, не уползет вот туда, где вот таких еще не было. Но это примерно как бы вот то, что делает алгоритм Гаусса. Просто вот алгоритм Гаусса ванильный, он приводит к ступенчатой форме, но ступенчатость там возникает за счет того, что нам разрешено переставлять там, строчки или столбцы. Вот если запрещено, если в алгоритме Гаусса запретить переставлять, что бы то ни было, то максимум, чего вы можете добиться, это чтобы самые нижние, допустим, ненулевые элементы были на разных позициях. Если вы привыкли работать со строчками, то это просто будет утверждение о том, что самые левые ненулевые элементы в каждой строчке находятся на разных позициях. Вот как бы Гауссом вы такого всегда можете добиться. Ну, здесь просто это все со столбцами делается, но так в целом похоже. Вот, значит, в итоге матрица приводится вот к такой вот форме. И на самом деле вот это уже победа. То есть вот мы применили алгоритм Гаусса и получили такую матрицу. И теперь надо ее правильно прочитать. А именно, значит, мы скажем следующее. Вот, опять же, я обвожу кружочком самый нижний ненулевой элемент в каждом столбце. Значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что координаты вот этих вот кружочков, ну вот просто вот в этих индексах, это буквально пары симплексов, которые рождают и умирают устойчивую гомологию. Значит, например, вот получилась пара 3, 2, 3. Я утверждаю, что это пара 3, 2, 3 в моей фильтрации соответствует тому, что некая гомология родилась в момент, ну, вместе с симплексом 3 и умерла, она же умерла вместе с симплексом 2, 3. Давайте сейчас на картинку посмотрим и поймем, что это действительно так. Значит, вот у нас есть какая-то гомология, которая родилась в момент, когда родилась, ну, там, двойка или... Сейчас у нас было три. Значит, родилась в момент, когда тройка родилась, а умерла эта гомология в момент, когда мы добавили ребро 2-3. И это соответствует вот этому бару, значит, вот этому времени жизни нульмерной гомологии. То есть вот у нас была какая-то компонента связанности, она слиплась с чем-то, что было до этого, вот именно в этот момент времени. То есть у нас вот есть пара 3-2-3, эта пара нам денотирует, она нам просто вот говорит, что окей, вот можно завести вот такой вот, вот такую вот гомологию, понятно, когда она родилась, когда умерла. И аналогично со всеми прочими штуками. Значит, вот здесь мы видим пару 4-3-4. 4-3-4, это тоже вот 4, какая-то гомология родилась, она слипалась со всем прочим, ну, с чем-то еще слипалась вот в этот момент времени с добавлением симплекса 3-4. И так далее. Значит, тут что-то более сложное, давайте посмотрим. Вот, например, есть пара 2-4, 2-3-4. 2-4-2-3-4, 2-4 у нас вот в этот момент времени мы добавили ребро 2-4, оно нам дало одномерную гомологию, вот такую дырку образовало цикл. В момент, когда добавилось 2-3-4, эта дырка исчезла. Такая вот магия. Но мы вот эти вот как бы комбинации, что 2-4 соответствует именно 2-3-4, мы прочитали неким волшебным образом, прочитали вот из этой приведенной по Гауссу матрицы. Абсолютно аналогично проверяются все прочие, в общем, все прочие элементы. То есть вы просто вот проходите по всем самым нижним ненулевым элементам в каждом столбце. Каждый из них вам буквально денотирует какую-то, значит, вот устойчивую гомологию, какую-то топологическую характеристику вместе с временем ее рождения и смерти. Значит, здесь возникает, как бы, здесь могут возникнуть такие вопросы. Откуда мы понимаем, какого размера, какой размерности дырка?
Но это мы понимаем достаточно просто, потому что это мы можем считать из размерностей соответствующих симплексов. То есть мы знаем, что если у нас добавилась, ну, как бы вершина родилась, то вершина — это нульмерный симплекс. Значит, нульмерный симплекс, он может породить только нульмерную гомологию. Соответственно, мы знаем, что вот эта вот как бы единичка, она будет кодировать именно зеленую палочку здесь, то есть она лежит во вселенной нульмерных гомологий. Как бы. Просто мы это поняли просто по мощности соответствующего множества. То есть мы знаем, что вот здесь стоит множество мощности 1, значит, это размерность его 0, значит, гомология будет нульмерная. А вот эта вот гомология, вот 2, 4, 2, 3, 4, это будет одномерная гомология. Ну, просто потому что 2, 4 — это одномерное ребро. Ну, в смысле, это ребро, одномерная сущность. Вот, тут вот еще какая-то двумерная вроде как гомология есть, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Да, значит, правильно, значит, правильное наблюдение, мы все так. Но, значит, нам в какой-то момент для того, чтобы действительно честную картинку нарисовать в исходной фильтрации, нам надо вспомнить, что на самом деле у нас есть отдельный массив с временами рождения каждого симплекса. То есть мы, значит, смотрите, мы вот из этой приведенной матрицы, приведенной по Гауссу матрицы, мы можем понять, какие пары симплексов сопряжены. Сопряжены, ну, это можно там строгое определение дать, что такое сопряжены, но смысл это вот пары симплексов сопряжены, если гомология, которая рождается при появлении там первого симплекса из пары, умирает, когда появляется второй симплекс из пары. Вот это значит, что какие-то два симплекса сопряжены. Отсюда мы видим только, что сопряжены симплексы 3, 2, 3, там 4, 3, 4 и так далее. Все так разбивается по парам. Но дальше мы можем вспомнить, что на самом деле у нас еще есть отдельный массив времен рождения каждого симплекса. И вот в этом массиве у нас могут быть повторы. Ну, то есть вот мы там знаем, например, что у нас все вершины родились в момент времени 0, например. Вот у нас здесь есть 0, 0, 0. Вот как бы в подробной фильтрации. Есть еще есть какие-то чиселки, возможно, вещественные, Т1, Т2 там, и так далее. Опять же, у нас в один и тот же момент времени может рождаться несколько сущностей. И для того, чтобы нарисовать вот именно вот эти вот палки по-честному, надо просто сказать, что окей, вот мы из матрицы поняли, что есть сопряженная пара 3, 2, 3, но мы берем просто соответствующие им времена для тройки, ну, как бы тройка появляется в момент времени 0, 2, 3 появляется в момент времени Т1. Мы рисуем палку от 0 до Т1. То есть мы при пересчете на, как бы на исходную фильтрацию, мы просто вспоминаем, что у нас есть отдельная вот эта вот дата, значит, это данные о временах рождения, мы просто пересчитываем времена рождения, ну, как бы не в порядке, вот, в котором все там в матрице записывалось, а в таком, ну, в том, который у нас как бы дан изначально, в изначальной фильтрации. Ну, а по сути, все так. И тут могут быть такие забавные казусы, про которые тоже, ну, стоит сказать, что, например, вот если посмотреть на эту табличку, то здесь как будто бы есть двумерная гомология, которая родилась в момент времени 1, 3, 4, ну, родилась в момент, когда появился симплекс 1, 3, 4, и умерла, когда появился симплекс 1, 2, 3, 4. Просто вот потому что, ну, вот у нас есть вот эта вот обведенная штуковина. Но мы, глядя на, значит, наш массив с временами рождения симплексов, видим, что... Так, сейчас. Что мы видим? Мы видим, что 1, 3, 4, 1, 3, 4 и 1, 2, 3, 4 — это симплексы, которые рождаются в один и тот же момент времени Т7. Поэтому на самом деле здесь двумерной гомологии вот на этой картинке мы не видим, просто это как бы такое, значит, мимолетная вот такая гомология, она вот умерла в тот же момент времени, как и родилась. То есть если пересчитывать на вещественное время, которое у нас указано вот в этом массиве,
У нас просто получается, что двумерная гомология, ну, она формально как бы родилась в момент времени Т7 и умерла в момент времени Т7. Ну, зачем нам тогда ее рисовать? Ну, это просто как какая-то такая точка. Даже не знаю, непонятно, что пустое множество. Не будем ее рисовать. То есть на этой картинке нет второй гомологии не потому, что я ее забыл нарисовать, а потому что, ну, она как бы есть, просто она жила там, 0 секунд. Вот. То есть при пересчете, ну, как бы при пересчете, вот, в общем, после того, как мы проанализировали вот эту вот, вот матрицу, какие-то гомологии могут, ну, как бы исчезнуть просто потому, что они, ну, вот с точки зрения этой матрицы они как бы есть, но когда вы пересчитываете моменты времени, у вас просто получается, что они как бы так умирают в тот же момент, как и рождаются, поэтому их просто не рисуют. Просто незачем. И это на практике достаточно распространенная ситуация. То есть здесь вообще-то может показаться, что довольно много таких сопряженных пар бывает. Ну, в принципе, вот все симплексы, они, почти все симплексы, они разбиваются на такие сопряженные пары. Это отдельное упражнение вообще понять, почему так. Ну, то есть почему, условно говоря, тройка, вот она там, тройка сопряжена с 2-3, почему 2-3 не может быть сопряжен там с чем-то еще. Ну, это вот. В общем, ладно, это какое-то, не уверен, что простое упражнение, но задуматься об этом стоит. То есть тут действительно как бы происходит некое такое как-то паросочетание, что ли, между симплексами. А каждый симплекс находится не более чем в одной паре сопряженной. Вот, но часть из этих пар, они как бы исчезают, то есть их вроде бы как примерно будет половина от общего числа симплексов, но часть из них на вот этой вот диаграмме исчезает просто потому что там время рождения совпадает с временем смерти. Вот, это что касается, значит, это что касается вот прям явного алгоритма, как все это считать. Ну, это отдельное утверждение, что этот алгоритм действительно дает то же самое, что, ну, в общем, там, теорема о разложении модулей устойчивости, которую в прошлый раз я упоминал. Вот, ну, это, если хотите, можете покопаться в этом, понять, почему. Так, ну, давайте сейчас дальше я сделаю какое-то терминологическое замечание. Значит, вот эти вот диаграммки, которые вот я здесь рисую, ну, еще, собственно, с прошлой лекции, вот эти палки, которые соответствуют как бы времени жизни гомологии, вот такое представление данных называется баркодом. Не знаю, штрих-кодом, наверное, если это переводить прямо на русский язык. Вот, ну, собственно, понятно, какие-то штрихи, это бары, вот они соответствуют как бы гомологиям, которые живут. Вот это вот баркод. Но, по сути, значит, если вы это как-то в компьютере храните, то этот баркод хранится просто в виде, ну, что там, типа, неупорядоченного какого-то набора троек, где первый элемент тройки – это время рождения соответствующей гомологии, второй элемент тройки – это время смерти гомологии, а третий элемент тройки – это размерность, это вот это вот, ну, то, что здесь нарисовано цветом. То есть у нас есть там нулевые, ну, нулемерные гомологии, одномерные гомологии и так далее. Это все-таки такие вещи различные, поэтому где-то эту информацию нужно хранить. Ну, то есть просто каждая вот эта вот палочка, она кодируется своим левым концом, правым концом и цветом. Вот, в общем, в каком-то таком виде оно во всех этих пакетах хранится более-менее. Так, да, значит, здесь более-менее все написано, то, что я рассказывал, просто, возможно, в каком-то другом порядке. Значит, вот здесь вот просто написано, что, вот эта вот процедура, как прочитать по матрице вот это вот разложение на устойчивые модули, собственно, этот баркод, как его сделать. Значит, это мы пропустим. Вот, это, в принципе, тоже я уже сказал, что как бы никто нам не мешает использовать вещественные моменты времени, просто потому что, ну, они у нас все равно в каком-то массиве хранятся, ну, пусть будут вещественными, нам не жалко. То есть мы действительно получаем некий, ну, такой, некий вещественный, в каком-то смысле, вещественные инварианты фильтрации,
все эти времена рождения, смерти, гомологии. Это что-то такое на вид как будто бы непрерывно. Вот, но, значит, как обычно люди работают с устойчивыми гомологиями? Ну, если это на практике куда-то применять, про это больше будет рассказывать Олег, я так думаю. Но что-то давайте я тоже скажу. Значит, конечно, представление в виде каких-то вот этих вот палок, оно как бы хорошо для человека, но плохо для компьютера, потому что непонятно, в каком виде его кодировать. Но реально как бы кодируют, ну, вот как я сказал, в виде набора троек, где первые две координаты — это время рождения и время смерти. Ну, цвет — это что-то такое отдельное, соответствует размерности гомологии. Ну, если про цвет сейчас немножко забыть, то каждую вот такую палку можно закодировать на плоскости с двумя координатами. Время рождения, время смерти. Ну, причем понятно, что у нас время смерти каждой гомологии, оно не меньше, чем время рождения. И мы договорились, значит, что если время смерти совпадает с временем рождения, то мы просто соответствующую точку, соответствующую гомологию устойчивую выбрасываем, просто потому что, ну, она не жива, зачем нам лишний раз что-то хранить. То есть реально все вот точки, значит, мы каждый такой отрезок, значит, каждую устойчивую гомологию мы репрезентируем точкой с координатами время рождения, время смерти, и все эти точки оказываются строго выше биссектрисы там, первой четверти, по понятным причинам. Просто, ну, время смерти больше, строго больше, чем время рождения. Вот. И вот такие штуки называются диаграммами устойчивости или там, персистентными диаграммами. То есть это какая-то вещь, которая, ну, просто некая дополнительная способ представлять баркод. Вместо того, чтобы рисовать баркод, люди часто работают вот именно с такими диаграммами устойчивости. Вот. И это просто, ну, как набор разноцветных точек, лежащих выше биссектрисы первой четверти. Количество цветов этих точек соответствует количеству, ну, тех размерностей гомологии, которые вы считаете. То есть, опять же, ну, на практике, это мы уже обсуждали несколько раз, но я повторю, что на практике люди никогда не считают гомологии во всех размерностях, просто потому что их слишком много, и тогда вот матрицы, с которыми мы вот тут вот работаем, в них будет там 2 в степени n, они будут размера 2 в степени n на 2 в степени n, где n — это количество вершин. Вот, понятно, что это какая-то безумная вещь, безумная матрица получается. Вот, поэтому обычно люди ограничиваются только какими-то маломерными гомологиями, ну, как правило, там, нумерными, одномерными, или там, может, где-то еще нумерные считают. Вот, для этого надо перечислять, конечно, не все симплексы, а только те, которых размерность, ну, там, ограничена сверху. Значит, то есть только те подмножества перечислять, у которых маленькая мощность. Вот вообще во всем этом списке. Вот, ну и, соответственно, вот сколько вы разных гомологий, сколько разных размерностей вы насчитали, столько разных цветов будет приписано этим точкам. Дальше, значит, какая философия за всем этим стоит, как люди анализируют такие диаграммы устойчивости, ну, собственно, диаграммы устойчивости или баркоды с такой какой-то, ну, более-менее статистической точки зрения. Говорится следующее, что вот у вас фильтрация — это некий такой мультфильм. Да? Значит, при мультфильме что-то там, какие-то топологические характеристики рождаются, какие-то умирают, но мы говорим, что важны, ну, нам кажется, что важны те характеристики, которые долго живут. Потому что у нас может быть какая-то мелочевка, которая там, ну, там возникла и быстро умерла достаточно. Это кажется как будто какой-то статистический фут. И в этом смысле нам вот на этом баркоде, значит, на этом штрих-коде, как бы более интересны те палки, которые подлиннее. То есть если там есть какие-то коротенькие палочки вот в этом баркоде, то это считается как какой-то такой статистический шум, давайте их там как бы не рассматривать, выбрасывать и так далее. А вот длинные палки — это там, ого-го,
Ну, тут как бы всегда вот есть, как мы говорили, там такая бесконечно длинная палка, соответствующая компоненте сверхдвижности. Ну, ее там, наверное, не очень интересно рассматривать. Надо понять, что содержатель. Ну, в принципе, вот мы говорим, что вот эта вот гомология, она более статистически существенна, чем, допустим, вот эта гомология, просто потому что она дольше прожила. Вот, то есть устойчивость, она нужна для того, чтобы измерять как бы, статистическую значимость каких-то топологических признаков. И чем больше соответствующий бар, соответствующая палка, тем более важная соответствующая топологическая сетчас, значит, топологический признак. Вот, ну, понятно, что, значит, что вот длины вот этих вот палок, они кодируются вот на диаграмме устойчивости, вот на этой диаграмме, они кодируются расстоянием до вот этой вот диагонали, до биссектрисы. То есть, как бы, чем дальше точка от биссектрисы, тем более существенный топологический признак она репрезентирует. Вот, соответственно, когда на каких-то данных гоняют вот алгоритмы с устойчивыми гомологиями, там довольно часто видна какая-то такая штука, что где-то вот далеко от биссектрисы есть там несколько точек, там, не знаю, 5 точек, а еще там 100 точек, они где-то тусят там возле этой биссектрисы, где-то недалеко от нее. Ну, тогда вот как-то так можно на это все дело посмотреть и прикинуть, что, ну, наверное, наша фильтрация, вот она имеет там 5 важных гомологий, остальное все это какой-то статистический мусор, там шум, и от этого надо избавляться. Вот, но это какая-то вот интерпретируемость, почему люди любят устойчивую гомологию, потому что здесь вот есть такая вот человеческая интерпретируемость, она ну, кажется довольно разумной. Хотя здесь, конечно, ну, конечно, важно понимать, что, в общем, пока что это все рукомахательство, во многих случаях, в общем, таковым и является, то есть там, строго говоря, нет такого прям очевидного критерия, как отделять там шум от нешума. В общем, это требует всегда какой-то дополнительной сноровки. Но в целом, как бы, все равно достаточно много работы, где делается, ну, что-то вот типа того, что я сказал. Нарисовали диаграмму устойчивости, увидели 5 точек далеко от диагонали, остальные все близко, ну, сказали, ну, видно же, что эти близко, там, те далеко, наверное, значит, те важны, а эти нет. Но это, в общем, дальше на этом надо наворачивать какую-то более умную статистику и всякое такое. Так, значит, давайте я, наверное, скажу пару слов про то, собственно, как это применяется для анализа облаков точек. Значит, про эту демонстрацию уже показывалась. Я давайте сейчас вернусь к этой демонстрашке и поясню немножко более подробно. Вернуть на полный экран. Делаем. Ну так, почему мне ничего не показывает? Такой пересчитаю. Значит, вот у нас есть такая штука, как фильтрация Чеха. Определение у нас было на какой-то из прошлых лекций. Я напомню, что у нас есть набор точек в каком-то пространстве Rn, и мы начинаем вокруг них раздувать шарики и просто берем объединение этих шариков.
Значит, понятно, что это получается такой все увеличивающийся симплициальный комплекс, то есть это некая фильтрация. Здесь может возникнуть такой вопрос, что, вообще-то говоря, это фильтрация не симплициальных комплексов изначально. Значит, у нас есть просто объединение каких-то шаров, вот этих вот всех. Это какое-то, ну, непонятно что, какое-то подмножество РН, это топологическое пространство, но это не симплициальный комплекс. Но есть довольно стандартный способ, как это превратить в симплициальный комплекс, и это вот то, что здесь используется. Значит, вы можете сделать из такой фильтрации Чеха, делать как бы симплициальную фильтрацию следующим способом. Значит, в каждый момент времени вы натягиваете симплекс на набор вершин в том и том и только том случае, когда этот набор вершин, ну, когда соответствующие шары попарно нет, когда соответствующие шары пересекаются. То есть вот у нас были какие-то шарики, мы можем посмотреть, вот что здесь происходит. Вот когда какие-то два шара начинают пересекаться, мы добавляем ребро между соответствующими центрами этих шаров. Вот там что-то еще добавилось. Вот сейчас вот эти два шара стали пересекаться, эти два шара стали пересекаться. Ну, вот они вот все три пока не пересекаются, но довольно быстро они тоже начинают пересекаться. И вот когда они все три начинают пересекаться, мы сюда бахаем треугольник вот на эти три точки. И так вот продолжается и дальше. Значит, как только какие-то три шара начинают пересекаться, добавляем треугольник, когда четыре шара начинают пересекаться, там добавляется тетраэдр и так далее и тому подобное. Вот эта конструкция называется конструкцией нерва. И утверждение, которое про эту конструкцию есть, значит, оно там на слайдах написано, но давайте я прокомментирую здесь, пока я отсюда не ушел. Основное утверждение, которое здесь используют, это теорема о нерве. Эта теорема говорит, что вот этот вот симплициальный комплекс, который мы таким образом построили, он гомотопически эквивалентен объединению шаров. То есть, на самом деле, с точки зрения топологии, с точки зрения гомотопической топологии, нет никакой разницы, рассматриваете ли вы объединение этих шаров, соответствующую, ну, честную фильтрацию Чеха, либо фильтрацию соответствующих симплициальных комплексов. Вот, то есть вы можете перейти от объединения шаров к симплициальным комплексам, а для симплициальных комплексов у вас уже есть честный алгоритм, который вам говорит, как считать устойчивые гомологии. Ну, здесь, понятно, надо вспомнить, что гомологии мы обсуждали, что это гомотопический инвариант, поэтому гомологии будут одинаковыми что у объединения шаров, что у симплициального комплекса. Вот, то есть как бы некая важная теорема о нерве, которая говорит, что можно честным образом произвести такую замену. Вместо объединения шаров брать нерв покрытия, нерв для соответствующих шаров. Сейчас мы вернемся. Да. Вот, ну, значит, здесь написано то, что я сказал, значит, вот, что мы можем определить такую штуку, как нерв для набора шаров. Нерв — это симплициальный комплекс на множестве вершин, соответствующим вот этим вот точкам в нашем пространстве. И мы говорим, что некий набор вершин является симплексом в том и только том случае, когда соответствующие шары с центрами в этих точках пересекаются все в совокупности. Вот, и тогда, значит, вот есть теорема о нерве, она вообще-то там чуть более общим образом формулируется, это просто некое важное следствие из общей теоремы о нерве. Но вот то следствие, которое используется, оно, в общем, выглядит, вот, грубо говоря, вот так вот. Значит, здесь симплициальная комплекция. Теорема гласит, что симплициальный комплекс гомотопен объединению шаров.
Ну, здесь имеется в виду геометрическая реализация симплицального комплекса. Это теорема, в которой сложно, значит, я бы сказал, что она несложная, но найти понятное доказательство, по-моему, в литературе достаточно тяжело. То есть здесь вообще оно там есть, и она такая отчасти фольклорная, но я помню, что я когда-то искал вообще, где про нее можно почитать доказательства. Решил, что мне проще это доказательство самому придумать. Вот, я, правда, свое доказательство особо нигде не написал. Короче, я не сказал бы, что она прям сложная, но это, значит, она немножко такая размытая в том плане, что, по-моему, у нее, собственно, нет какого-то явной там статьи или книги, где она впервые была бы опубликована. То есть часто говорят, что это теорема Павла Сергеевича Александрова, это еще, ну, по сути, начало 20 века. Вот, но у него именно конструкция была вот этого нерв комплекса. Самой теоремы, по-моему, вот в таком виде, как здесь формулируется, у него не было. Потом там, ну, в общем, какие-то версии этой теоремы там атрибутируются, по-моему, там где-то в 40-е и 50-е годы. Там, по-моему, даже консенсуса толком нету, кто вот первый ее там в таком виде доказал. В общем, сложность здесь скорее такая, что нет нормальных источников, где бы это можно было почитать по-хорошему. Вот, но убедиться, не знаю, убедить себя в том, что она верна, наверное, должно быть не очень сложно. Вот, ну ладно, это все сейчас лирика. Так, сейчас я не понимаю, почему у меня все так тормозит. Не тормозит. Ладно. Вот, ну, соответственно, вот эта вот фильтрация, вот эта симплициальная фильтрация тоже называется фильтрацией Чехова. Но я сейчас немножко, значит, насилую обозначение. Раньше я называл фильтрацией Чехова объединение шаров. Ну, в общем, понятно, что фильтрация Чеха — это вещь взаимозаменяемая, вот такая симплициальная фильтрация Чеха и шариковая. Вот, ну, значит, но расчет, значит, работа с фильтрацией Чеха, она может оказаться сложной, вот по какой причине. Значит, дело в том, что вообще-то, если вы так задумаетесь, даже в трехмерном пространстве, да на самом деле даже в двумерном пространстве, задумайтесь о том, как считать условия, вот в какой момент шары начинают пересекаться. Вот у вас есть какие-то, допустим, три точки на плоскости. Как проверить, что шары там фиксированного какого-то радиуса t пересекаются, с центрами в этих точках пересекаются? Вот три круга. Вот настоящие круглые круги, такая вполне себе школьная задача. В какой момент, значит, для какого минимального t круги радиуса t с центрами в заданных трех точках пересекаются? Вот найти момент, когда рождается соответствующий треугольник. Ну, это решаем. Если вы так немножко подумаете про это, вы поймете, как это сделано. Ну, собственно, как-то вот я там это затрогал в этой демонстрации. Значит, это решаемо. Но это довольно муторно, потому что вам, даже, в общем, если вы научитесь это решать там для трех точек, дальше вам придется это, ну, во-первых, решать такую задачу для всех возможных троек точек среди вот вашего набора. Вот у вас там есть, не знаю, 100 точек, вам все тройки надо перебрать, для каждой из них написать, вот в какой момент их шары начинают пересекаться, значит, в какой момент возникает соответствующий треугольник. Вам от этого никуда не деться. Вам для того, чтобы что-то дальше считать, вот там гомологии считать, все эти матрицы там и так далее, вам нужно время рождения симплекса первым делом найти. Ну, время рождения — это вот буквально все сводится к такой геометрической задаче. И для треугольника это еще нормально, уже для тетраэдра это так, мерзко достаточно. Условия там, найти минимальный радиус шара, при котором там шары в радиусе четырех, шары такого радиуса вокруг четырех заданных точек пересекаются. Ну, как бы прогается, но сложно это будет.
Вот, поэтому на самом деле как бы здесь люди хитрят, и люди, которые реально пытаются вот эти все гомологии куда-то применять каким-то прикладным задачам, они никогда фильтрацией Чеха, вот этой вот честной фильтрацией Чеха не пользуются. Вместо этого используется такая, значит, упрощающая конструкция, которая называется фильтрацией Вьеторис-Арипса. Значит, соображение такое, что проверять, когда там, не знаю, три заданных или четыре заданных шара пересекаются в евклидовом пространстве, тяжело. Но чуть проще проверить, когда эти шары попарно пересекаются. То есть мы просто можем сказать, на самом деле это тоже правда, то есть это тоже правда. Но, по крайней мере, это не такая кондово-геометрическая задача, как пересечение шаров в совокупности. Ну, то есть проверить, что два шара пересекаются, это вещь просто элементарная. Нам просто надо, чтобы там, сумма их радиусов была чего там больше, чем расстояние между двумя точками, вот тогда и пересекаются. Но это какая-то такая вещь, которую легко достаточно проверить. Вот. И вот эта вот идея приводит к тому, что называется фильтрацией Вьеторис-Арипса. То есть фильтрацией Вьеторис-Арипса мы смотрим не на пересечение шаров в совокупности, а на попарное пересечение, и это нам немножко жизнь упрощает. Вот, но давайте сейчас я опять же вернусь к демке. Значит, вот здесь была фильтрация Чехова. Значит, в этой фильтрации была действительно такая ситуация, когда короткий некий промежуток времени, когда три шара пересекались попарно, но не в совокупности. Вот здесь у нас возникала некая такая дырочка на короткий промежуток времени, одномерный цикл. Вот эта зеленая штука, это одномерный цикл, который какое-то время жил, ну, довольно быстро, значит, этот треугольник заклеился. То есть вообще так интуитивно понятно, что ситуации, когда попарно шары пересекаются, а в совокупности нет, они живут недолго. Ну, то есть эти шары как будто бы довольно быстро должны пересекаться. Вот, и это некая нам как бы говорит, что ну раз уж мы все равно не хотим обращать внимание на вот эти палки, если они короткие, ну казалось бы, так и давайте изобьем тогда все, что происходит, а будем рассматривать условия попарного пересечения. И это вот фильтрация Вьеторис-Арипса. Здесь значит, как только шары пересеклись попарно, сразу же заклеивается все треугольником. То есть здесь вот этой короткоживущей дырки, соответствующей границе этого треугольника, просто нет. Вот, ну это как бы нам не жалко. Значит, здесь происходит это ценой того, что комплекс Вьеторис-Арипса, он вообще-то не гомотопен объединению шаров, ну то есть вот исходному, как бы тому, с чего мы стартовали. То есть здесь нет теоремы о нерве для Вьеторис-Арипса. Ну, Вьеторис-Арипса это просто такой довольно естественный способ упростить себе вычислительную задачу. То есть здесь нет как бы такой топологической гарантии строгой, что то, что мы делаем, осмысленно. Но, в общем, поверить, что это осмысленно, наверное, в принципе, можно. Значит, вот есть такая фильтрация Вьеторис-Арипса, и на практике все ее именно и используют. Вот, ну, то есть, по крайней мере, времена рождения мы можем достаточно легко посчитать. Но нет теоретических гарантий, что то, что мы делаем, оно там гомотопно, чему бы то ни было. Вот, и здесь еще есть некоторое наблюдение про то, что вот эта вот формула, которая здесь
Написано, значит, здесь есть явная формула, как рассчитать для заданного набора вершин, значит, для заданного набора индексов, как рассчитать время рождения соответствующего симплекса в фильтрации в eTORIS ELLIPSE. Значит, надо просто в этом наборе перебрать все возможные пары, посчитать расстояние между соответствующими точками и взять максимум из этих расстояний. Ну, то есть, когда наши шары начинают, ну, в общем, каждую пару покрывают, а это происходит, когда сумма их радиусов становится больше, чем это расстояние. Ну вот тогда добавляется соответствующий симплекс. Но важно, что, в общем, если посмотреть на эту формулу, то видно, что здесь совершенно не важно, что точки находятся в каком-то евклидовом пространстве. Вам реально нужно только рассчитать расстояние между точками. А это означает, что точки могут просто быть в любом метрическом пространстве находиться. Они могут сами просто являться неким там конечным метрическим пространством. Просто тогда, ну вот, как бы расстояния берутся не евклидовы между точками, а расстояние в смысле там какой-то метрики. То есть фильтрация в eTORIS ELLIPSE, она, помимо того, что она проще считается, она еще и более универсальна в том плане, что ее можно использовать для анализа как бы топологии конечных метрических пространств. Ну, в некотором смысле топологии конечных метрических пространств, ровно потому, что вот ее можно по этой самой формуле определить для произвольного конечного пространства. Ну, например, у вас может быть какой-нибудь метрический граф, у которого неотрицательные длины, приписанные ребрам. Вот, и вы тогда тоже можете вот по такой формуле рассчитывать фильтрацию в eTORIS ELLIPSE и у нее считать уже устойчивые гомологии. Это вы устойчивые гомологии фильтрации в eTORIS ELLIPSE можете использовать для анализа, например, метрических графов. Это тоже довольно часто используется, особенно с такими мозговыми людьми. Так, ну, наверное, нам пора бы заканчивать. Я, наверное, пропущу эти слайды, потому что они, видимо, мне не очень будут важны. Так, сейчас я соображу, что я здесь. Ну, ладно, да, я скажу пару слов, что, конечно, ценность всей этой науки, она в том, чтобы как-то квантифицировать, в общем, вести какие-то статистические штуки, какую-то статистическую науку навесить на топологию. И это не было бы возможно, если бы мы не могли сравнивать между собой разные диаграммы устойчивости. То есть вот представьте себе, что у вас есть две каких-то фильтрации, ну пусть даже на одном и том же множестве m, так, для определенности, но это даже может быть не обязательно, может быть и на разных множествах. И вы хотите как бы понять, насколько они похожи в каком-то смысле, насколько они топологически похожи, насколько они репрезентируют одну и ту же топологию. И тогда, значит, что вы можете сделать? Вы можете у одной фильтрации, у другой фильтрации посчитать диаграмму устойчивости. Ну и, допустим, вот, значит, появилась одна диаграмма устойчивости для первой фильтрации, это там синенькие штучки, а для другой это красненькая диаграмма. И вы хотите понять, вот они действительно похожи или нет. Какое расстояние между этими диаграммами. И для этого тоже есть там некая своя наука, которая называется расстоянием Вассерштейна. Ну, в общем, я слышал, что правильно это, наверное, называть там расстоянием Конторовича, более в такой русской традиции. Вот. Но оно же называется расстоянием бутылочного горлышка. Это расстояние, которое формально определяется совершенно ужасным невообразимым способом, и там понять эту формулу довольно тяжело, но суть у него довольно простая. Значит, вы пытаетесь, значит, между красными точечками и синенькими точечками устроить матчинг, значит, некое соответствие, так, чтобы суммарный перенос красных точек в синие точки был минимально возможен.
То есть, ну, совсем интуитивно это что-то в духе, что вы там ищете каких-то ближайших соседей и там забиваете, что вот эта красная-красная точка, она там синей точкой мачится, значит, они вроде бы как близко. Ну вот, пусть вот такое соответствие установим, здесь такое соответствие установим. И нам еще, кроме того, разрешается устанавливать соответствие между точками и диагональю, и бисектрисой, значит, нашей первой четверти, потому что, как мы помним, бисектриса, значит, соответствует тем точкам, ну, как бы всем гомологиям, которых как бы нет. Поэтому считается, что все, что сидит на диагонали, это как бы такая черная дыра, в которую, в общем, некий такой, не знаю, шорткат. В общем, вы всегда можете заматчить какую-то точку любой диаграммы с диагональю, ну, то есть вот неким там, движением оптимальным перенести точку на диагональ, и это тоже разрешается и для синих точек, и для красных точек. Вот это вот расстояние бутылочного горлышка, это задача оптимального транспорта. Значит, вам нужно, ну, грубо говоря, сейчас нет, это не задача оптимального транспорта, все-таки это задача именно такого оптимального матчинга. То есть вам нужно красные и синие точки замачить либо друг с другом, либо с диагональю. Так, чтобы, ну, суммарные расстояния в этих матчингах были наименьшими возможными. Ну, то есть это какой-то такой достаточно естественный способ определить понятие расстояния между диаграммами устойчивости, и он вам позволяет сравнивать разные фильтрации, ну, такой, как топологической точки зрения. То есть вы можете как-то оценивать эти расстояния. Расстояние бутылочного горлышка, эти расстояния Вассерштейна. Ну и смотреть, вот там похоже у вас диаграммы устойчивости друг на друга или нет. Вот, но это такая немножко техническая вещь. Вот, но если вы просто будете смотреть на какие-то уже готовые пакеты, в которых считаются гомологии, то там, по-моему, в любом разумном пакете там эти расстояния как-то считаются. То есть это некая, в общем, туза для анализа диаграмм устойчивости. Вот, и, собственно, основная там теорема, которую всегда так выносят в заголовок всяких там книжек по устойчивым гомологиям, значит, это теорема об устойчивости, значит, которая говорит, что если вы немножко пошевелите вашу фильтрацию, что значит пошевелить немножко фильтрацию, наверное, я сейчас рассказывать не буду, но если вы думаете про облака точек, то имеется в виду, что вы каждую точку там пошевелите не более чем на эпсилон, то тогда диаграмма устойчивости тоже изменится не больше, чем на эпсилон. Ну, там что-то похожее можно и для произвольных фильтраций сделать, но смысл такой, что если облако точек немножко пошевелилось, то и его диаграмма устойчивости, значит, его топологические вот эти характеристики тоже изменятся не сильно. Так, да, я, в принципе, наверное, сейчас закончу, сейчас я отвечу на вопрос. Да, значит, я действительно, да, я закончил то, что на этих слайдах, то, что вне этих слайдов я хотел рассказать, я уже явно не успеваю, поэтому давайте вопросы. Так, значит, да, вот по поводу проклятия размерности. Значит, где оно здесь стоит? Значит, проклятие размерности – это вот то, про что я уже, в принципе, комментировал. Значит, оно не очень зависит от размерности того пространства, из которого берутся точки. То есть, на самом деле, тот факт, что точки берутся, ну, в фильтрациях Вейторисса Рипса, так сказать, я вернусь куда-то. Вот фильтрация Вьеториса Рипса, она определяется через попарное расстояние между точками. Расстояние, в принципе, расстояние между точками считать дело, в общем-то, довольно нехитрое, хоть у вас там миллионмерное пространство будет, да пожалуйста. Ну, в смысле, вот рассчитать вот эти вот штуки не очень страшно. Действительно, как бы проклятие размерности возникает, когда вы пытаетесь все больше и больше размерностей симплексов включить в рассмотрение. То есть нормально работать как бы с графами. То есть у вас есть вершина, у вас есть ребра. Ну, окей, ребра-то там будет больше, чем вершин, но в целом какое-то, наверное, разумное количество. Ну, двумерные симплексы еще тоже нормально. Их тоже будет, ну, сколько там, если вершин было m штук, то треугольников будет максимум c из m по 3.
Ну, что-то такое кубическое, конечно, поэм, но в целом как-то жить с этим можно. Ну, в общем, понятно, что чем больше вы хотите разных размерностей взять в оборот, тем более сложная становится задача, и тут прям взрыв происходит очень неплохой. Поэтому, собственно, гомологи обычно считают там нулевые первые, максимум вторые. Просто потому что иначе там, не знаю, перечень этих всех симплексов, он тупо в оперативном языке. Ну, то есть там такие есть проблемы, что считаться-то вроде оно даже и считается, но там эти матрицы. Ну, либо как-то более аккуратно все делать. И просто. Вот, то есть размерность именно пространства, в котором берутся точки, она с большого значения не имеет, а значение имеет размерность самого симплициального комплекса, ну, фильтрации, с которой мы работаем. Вот, и... Просто хотел еще немножко уточнить. Но если мы работаем в чем-то очень близко к бесконечномерному пространству, то у нас распределение расстояний будет в каком-то смысле не очень интересное. Вроде как будет казаться, если ничего не напутал, что все точки так довольно близки друг к другу, как будто бы. Это не тот случай. Это следующий вопрос. Нет, это правильный комментарий. Но это скорее вопрос не про то, что мы не сможем что-то посчитать, а про то, что это не будет иметь никакого интереса, что мы считаем. То есть действительно, если мы возьмем, ну, в общем, какой по большому счету смысл брать там 1000 точек в миллионмерном пространстве? Все равно, что они там будут лежать, ну, там, в каком-то тысячемерном пространстве. Вот. Но и в принципе, если пространство большое, даже если оно меньше, чем количество точек, там действительно будет не очень интересно на них смотреть. И в этом смысле вы правы в том плане, что это будет просто неинтересно. То есть мы посчитаем какие-то гомологии, они у нас нормально посчитаются, но вряд ли мы из них что-то сможем вытащить особо интересное. Поэтому, ну, на мой взгляд, вот эта вся история про устойчивую гомологию, она как бы хороша, когда пространство каких-то таких средних размерностей, не знаю, там, начиная от 2-3, заканчивая 10-20. То есть вот там, наверное, что-то потенциально интересное с помощью гомологии можно было бы найти. Вот. Но именно в плане того, что будет ли считаться алгоритм, алгоритм считаться будет бесплатно. Да. Ну вот, конечно, убивает идею попытаться как-то спроецировать на низкоразмерное пространство, не попортив топологию как-нибудь. Вот. Но это, видимо, уже какие-то инженерные вещи. Ну, так-то люди делают. Вот, собственно, Олег, вот буквально по этому вопросу надо спрашивать Олега, потому что он буквально статью писал про то, как правильно проецировать на маломерное пространство с сохранением топологии. То есть тут буквально можно подбирать проекцию так, чтобы, ну, короче говоря, так, чтобы соответствующие диаграммы устойчивости были максимально близки друг к другу. Там в некотором смысле можно дифференцировать вот эти все диаграммы устойчивости. В общем, какую-то науку вполне себе можно. Но можно, как бы, можно пытаться действительно проецировать какими-то там, например, иными способами. Я не сказал бы, что это прям плохо. Но, к сожалению, проблема неинтерпретируемости высоких размерностях она вообще никак не решается, потому что, ну, там, 1000 точек в стомерном пространстве, не пойми, что такое. В смысле, никакую разумную форму в стомерном пространстве ни по 1000 точкам, ни по 1 миллиону точкам нельзя. Да, тут в каком смысле хочется помнить всякое там глубокое обучение, где вот люди стараются точек-то набрать, конечно. Ну да, вот плотность, видимо, такая Ну, важный плотность, да. аспект. В общем, это вот именно топологические методы, они работают, как бы у них они чуть красивше в плане, ну, как бы, своего геометрического смысла интерпретируемости, но, ну, как бы, да, есть ощущение, что всякие статистические методы, которые используются для таких действительно маломерных данных в глубоком обучении, они, в общем-то, дают лучше результат, скажем так, лучше позволяют что-то оценивать. Ну, топология, вот она живет где-то в таких не очень больших местах, вот это прикладная топология. Ну, что-то дает.
Да, спасибо. Так, ну, какие-то интересные вещи я вам не успел рассказать. Ну, может быть, и ладно, я бы все уже оставил. Так, до свидания, других вопросов нет. Ну, можно только маленький спросить, там у нас Ну. книжки еще в конце. Вот. Ну, как бы есть ли там что-то, что сегодня не затрагивалось? Вот оно как раз вот такое. Ну, в плане. Там, да, значит, там есть что-то, что не затрагивалось. В общем, сейчас, так, давайте я здесь откатаю. Значит, то, что я хотел все-таки рассказать и совсем никак не успел, это так, где какую-нибудь картинку. Значит, история, значит, есть история про то, что вот в фильтрациях мы предполагали, что комплекс со временем становится все больше и больше. Значит, он каждый следующий кадр получается из предыдущего добавлением чего-то. Может быть, нескольких симплексов, может, одного, если речь про подробную фильтрацию. Интересная история про то, что это можно ослабить, и вообще-то можно рассматривать произвольные такие мультики, в которых могут как добавляться симплексы, так и исчезать. То есть у нас может быть такая как бы неправильная. Так, сейчас я. Какое-то онлайн-обучение напоминает. Да, точку добавили, что-то поменялось. Да. Ну, как бы здесь добавляли точки, но смысл в том, что, в принципе, можно рассматривать вот такие вот странные штуки, которые уже не фильтрации, а как-то даже не пойми что, но это, наверное, можно так называть зигзаг фильтрации, что у нас могут быть включения в разные стороны. То есть вот можно рассматривать вот такие вот какие-то объекты, мультфильм, в котором может как прирасти, так и убыть. Ну, здесь может вот как угодно. Любая такая цепочка симплициальных комплексов, в которой на каждой позиции стоит либо включение либо в одну сторону, либо в другую сторону. И, значит, там есть такая теория зигзаг устойчивых модулей, которая говорит, что, ну, в общем, вся наука работает и для таких вот зигзаг фильтраций. То есть на самом деле в таком странном сеттинге тоже бывают, в общем, тоже можно отследить, как бы, в общем, тоже можно нарисовать такие бары жизни гомологии, но это наука чуть более сложная, потому что она опирается, значит, она, в плане теории, она опирается на представление колчанов, ну, здесь конкретно колчанов типа А, но типа АМ, но вообще-то говоря, там тоже отдельная интересная наука, это теория представлений колчанов. А колчан-то, который fibers, да, вот эти. Колчан это синоним словосочетания ориентированный граф. Просто в алгебре ориентированный граф называют колчанами, и колчан, который соответствует вот такой вот штуке, это граф вот такого вида. То Вижу, есть это да, граф, который стрелка, просто да. путь, но у него стрелки расставлены не в одну сторону, а как угодно. Вот, и вот оказывается, что для таких... Так, дальше. Вот оказывается, что для таких колчанов тоже верна теорема. В общем, теорема о разложении на элементарные... на неприводимое представление. Вот, то есть вот для такого графа тоже верен аналог. В общем, есть теория устойчивости, но, в принципе, можно пойти дальше и рассматривать произвольные графы, значит, произвольно ориентированные графы, например, такие вот решеточки по нескольким направлениям мы можем идти. И в каком-то смысле, значит, вот такие решетки, они соответствуют, ну, тоже таким
фильтрациям, но фильтрациям в несколько сторон. То есть у нас может быть вот какая-то такая штука К0,0, вложен в К1,0, сюда он вложен в К0,1, это все вложено в К1,1 и так далее. То есть идет фильтрация по нескольким направлениям. И вот здесь как бы в тройной науке о классификации, ну вообще аналога там этих баркодов для таких фильтраций уже не существует, но тем не менее какая-то наука там есть, вот это называется многопараметрической устойчивостью. То есть здесь как бы в качестве времени время становится двумерным. Оно идет по одной компоненте, по другой компоненте. Это иногда бывает важно, потому что по одной компоненте мы можем действительно какое-то физическое время в каких-то экспериментах использовать, по другой компоненте какой-нибудь другой параметр, по которому там что-то меняется в симплициальных комплексах. Ну и в целом нам никто не запрещает брать произвольный граф, произвольно ориентированный граф и соответствующие графу такие вот фильтрации и пытаться понять, есть ли там какая-то наука, аналог науки об устойчивых гомологиях или нет. Можно ли как-то вот разложить это в какие-то такие примитивные палочки или что-то типа палочек. Вот. И скорее там ответ нет, но на самом деле это до конца, я бы сказал, до конца это вопрос неразрешенный. Это такая немножко белое пятно во всей этой деятельности, что полного ответа для каких графов есть полная классификация. В общем, есть разумная теория устойчивых гомологий. На самом деле полного ответа нет. Есть некий аналог полного ответа, который называется теоремой Габриэля, но это на самом деле не совсем ответ на этот вопрос. Вот я что-то думал, хотел сказать, но... То есть обобщать это можно в ту сторону, что значит, вместо такого дурацкого графа, с которым мы вот все время работали, дурацкой такой схемы вложения симплициальных комплексов, можно рассматривать более сложные схемы и про них пытаться что-то доказывать. Вот, там соответствующая наука имеется, довольно большая. Вот, я какие-то такие вещи хотел рассказывать, но в целом, значит, еще на тему того, ну, как бы курс-то продолжается вообще про гомологию, Олег Качанов тоже будет что-то рассказывать, я так думаю, что он еще расскажет вам про какие-то другие типы фильтрации, то есть там на самом деле есть всякие инженерные трюки, в общем, даже фильтрация Витториса-Рипса, она на самом деле довольно неоптимальна по... Ну, она как бы такая самая естественная, но даже ее можно попытаться как-то оптимизировать всякими хитрыми способами. Там есть разные другие фильтрации. Там есть альфа-фильтрации, есть фильтрация свидетелей. Ну, вот эти, по-моему, основные две. Ну, по крайней мере, в моей методичке там это написано что-то про эти вещи. Можете посмотреть. В общем, там на практике иногда используют какие-то другие фильтрации. Вот, но это такие больше, я бы сказал, инженерные штуки. Используют фильтрации не только гомологии, а вот каких-то других инвариантов? Или оно там такого большого смысла, ну, такой большой теории нет за этим? Ну, я не слышал. Ну, то есть в основном гомологии хороши тем, что по двум причинам. Тем, что они даже, ну, отдельная гомология считается, почти любой другой инвариант топологически, он алгоритмически не считается невычислимый. Но происходит это примерно за счет того, что гомологии — это абелевы группы, ну, там векторное пространство или абелевы группы. Абелевы группы, они алгоритмически — это хорошее. Алгоритмически — это хороший объект. Другие инварианты, которые бывают в топологии, это, как правило, не абелевы группы, а про не абелевы группы не очень понятно, как даже их считать для одного пространства, ну, просто потому что есть проблема слов, которая говорит, ну, применительно группам она говорит, что нельзя алгоритмически проверить. По заданному представлению некоммутативной группы нельзя понять, тривиально она или нет алгоритмически. Если мы даже такие вещи не можем понимать, то надеяться, что там что-то разумное будет для фильтрации,
видимо, совсем не стоит. Хотя какие-то работы были, по-моему, люди даже что-то пытались делать с устойчивыми фундаментальными группами, по крайней мере, для каких-то, может быть, частных случаев, частных примеров. Это вроде даже где-то что-то давало, но я не помню эти работы. То есть, безусловно, люди о чем-то таком задумывались, но если у этого какое-то большое развитие, я не уверен. Ну, в принципе, да, практически любой инвариант в топологии, он тенториален. Это означает, что если у нас есть, ну, такое там положение, ну, или вообще какая-то просто непрерывное отображение из пространства куда-то, то на соответствующих инвариантах такое отображение тоже есть. То есть вопрос может быть еще и в том, можем ли мы какую-то разумную классификацию вот таких вот как бы устойчивых объектов, там устойчивых групп или чего-то еще придумать. И, как правило, ответ нет, но на каких-то отдельных примерах может быть и нормально. Да, благодарю. Так. Можно еще вот спросить, почему мы говорим именно о как бы рождении и смерти гомологии, если у нас как бы всего лишь просто размерность изменяется? Ну, то есть, за этим вот стоит что-то, или мы, ну, нет, просто как у бы нас у нас, сленг у нас такой не себе? размер. Нет, у нас размерности не сменяются, у нас они действительно умирают. Ну, то есть, где была компонента связанности, она там появилась, компонента связанности, потом она исчезла буквально. Она не перетекла в другую размерность, она вот буквально исчезла. Да, скорее вот другую компоненту связанности перетекла. Ну, если такое бывает. Вот. Ну, она как бы, да, она слилась, но так фактически она исчезла. Ну, так вот. Она как бы просто не очень понятно, во что именно она слилась, но важно, что она действительно, ну, исчезла. Ну, хорошо, это про компоненты связанности. Ну, вот, а про первую хотя бы тогда. Ну, про первую сейчас. С первой то же самое. Ну, как бы, когда мы смотрим на... Значит, вот мы смотрим, что у нас появилась какая-то дырка в нашем симплициальном комплексе. Но вот она в какой-то момент появилась, значит, она появилась, когда возникло ребро вот это вот. Вот эта вот дырка, она живет. Вот она вот здесь вот живет какое-то время. Она умирает, когда дырка заклеивается. То есть у нас дырка реально исчезает. Она не то, чтобы там куда-то перетекла. Она просто вот умерла. То есть они не перетекают друг друга. Они умирают. Здесь вопрос в том... ну, в общем, здесь действительно есть некая тонкость в том плане, что даже вот если смотреть на нульмерные компоненты связанности, вот когда у нас что-то с чем-то склеилось, ну, не очень понятно, как бы, что с чем склеилось. Вот как бы какая реально компонента умерла. То ли вот эта компонента умерла, то ли вот эта компонента умерла. То есть, но важно, вот, и это вроде бы репрезентирует вот это паркодное представление, оно репрезентирует только то, что какая-то компонента умерла. То есть у нас нету явно приписанных к каждой вот этой палке, нет явно приписанного конкретной компоненты. То есть вот эта вот палка, вот эта самая короткая, она может быть, ну, как бы в равной степени может быть отнесена как вот к этой вершинке, вот этой компоненте связанности, так и к этой компоненте связанности. Мы не знаем, потому что, ну, тут нет интерпретации. Важно просто, что, ну, как бы одна компонента связанности умерла какая-то. Но это примерно то же самое соображение, что и когда мы просто или что как бы циклов, ну,
там число дырок равно 3, но при этом что такое дырка, мы не говорим, что такое дырка. Дырка может быть представлена по-разному, бывают разные дырки. Здесь вот происходит то же самое. Мы не конкретизируем, какая конкретная связанность исчезла. Но мы говорим, что ну, какая-то исчезла, вот она вот буквально исчезла. Ну, да, хорошо, понятно. Я просто представлялся, вот как ну, мы же определяли то, что там число бетти, это там размерность, и вот как типа они параметризованы, и вот в момент, когда ну, там что-то изменяется, и оно там вот, ну, вот объясняет, да, типа либо плюс один, либо минус один, и вот мы как бы выговорим, что в этот момент там что-то умирает или появляется. Ну да, ну, спасибо. Такие дела. Ну что ж, давай. Да, добрый вечер, я тут пришел наконец повеселиться. Да. Ну все, добрый вечер, действительно.